Юный возраст, эти музыканты чувствуют себя уверенно на Красной площади. И дело не только в их молодости и отваге. Рота барабанщиков суворовцев Московского военно-музыкального училища открывала парады войск на Красной площади с 1940 года. Художественный руководитель оркестра, директор Московского военно-музыкального училища Александр Герасимов, дирижер Михаил Мельник. В этом году специально к фестивалю «Спасская башня» суворовцы приготовили новую специальную программу. Музыку «Эй, ухнем!» Музыканты сначала изобразят бурлаков на Волге, потом устроят волну под музыку «Время вперед» Свиридова, известную по заставке к новостной программе «Время», а в конце выступления исполнят акробатические трюки под зажигательную песню Джеймса Брауна «I feel good» – «Мне хорошо».
площади. А часы появились на Спасской башне еще в 16 веке. И с тех пор, чего только с ними не случалось, и горели они, и продавали их, заменяя другими. А при Петре Первом на Спасской башне появились голландские куранты. С 1770 года они стали исполнять немецкую мелодию «Ах, мой милый Августин». Курсанты училища принимают участие в ежегодном форуме «Суворовские дни» в Швейцарии. Он посвящен знаменитому переходу русской армии через Альпы. Музыка удваивает, утраивает армию. Правоту этих слов Александра Суворова доказывают его воспитанники. Каждое появление оркестра суворовцев на публике, будь то Россия или Италия, Франция или Швейцария, запоминается зрителям надолго. Молодцы суворовцы!